Студия Anonymous Content представляет художественный фильм «Пороховая бочка». В главных ролях Клайв Оуэн, Стеллан Скарсгард, Лоис Смит. Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Не надо! Tranquilo, tranquilo. За вами приехали. Уведи этого проклятого гринга отсюда, или нам не поздоровится. Перевези меня через границу как можно скорее. Конечно, не волнуйтесь, там вас уже ждет доктор. Хорошо. Что же мы делаем с этой страной? И все это лишь бы наши молодчики могли каждую неделю получать свою дорожку кокаина. А здесь каждую ночь проливается дорожка крови. Знаешь, что я больше всего ненавижу в работе военного фотографа? Что? У меня никогда не бывает времени, чтобы поиграть со своими детьми. И сколько их у вас? Ни одного. Пятнадцать воин, парень. 15 воин. Много дерьмища повидал. Я был там, видел резню, делал свои снимки, клац-клац-клац, щелк-щелк-щелк. Не раз передо мной стояли раненые на коленях. Умоляли меня помочь им.
И что же я делаю? Щелк. Снимаю их на фото. Я ни разу никого не спас. За 15 войн. Ни души. Да перестаньте вы, ваши фото очень помогли. Ага, конечно. Продать побольше газет. Ты не представляешь, что бы я отдал, лишь бы хоть одна единственная из моих фотографий что-то изменила, что-то улучшила для этой страны. Пригнитесь. Чего? Пригнитесь! Пригнитесь! Я тебя, машина, кровью пачкаю. Так скажите мне, почему же вы работаете военным фотографом? Я не знаю. Даже не знаю, потому что моя мать научила меня видеть. Передай их Джону Блэкберну в редакции Times. Нет, все в порядке, вы сами их ему передадите. Что на них? Пороховая бочка. Репортаж? Да, репортаж. Найди мою мать. Отдай ей это. Куда направляетесь? Американское посольство. Я не спрашивал, кто вы. Куда вы едете? Через границу. Что вы делаете? Перестаньте делать снимки. Перестаньте делать снимки. Перестаньте делать кебаные снимки. У нас получилось, Харви. Получилось. Харви? Харви? Харви, мы доехали. Харви. Como la lluvia sobre tu cara,
o el viejo mapa de algún tesoro. Миссис Джейкобс? Yes. Да. Миссис Джейкобс. Миссис Джейкобс. Я был с вашим сыном, когда... Мои соболезнования. Спасибо. Вы же знаете, что он только что выиграл Пулитцеровскую премию. Он попросил передать вам вот это. Está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo. Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Перевел и паршиво озвучил Николас. Всего хорошего. BMW советует всегда пристегиваться ремнем безопасности.